О. Я забыл запись сделать. Как мы тут будем дохнуть? Вот это хуёво. Так, записки о куклах и влияние не то, что прежде. Уничтожайте кукол, не давайте спуску этим аристократам. Это опять ебучие монеты. Ну, чтобы патронов дали. Так, только на пистик хватит, ладно. Ой-ой! Пиздец. Это что у нас за побочная миссия? Патрон для дробовика. Так. Что нам пишет? Так. Сейчас анончики. Кое-кто внимание блядствует меня. Внимание, блядь. Я ждать наложен. Да что туалет чистил. Что не закатило.
Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Опасаешься, пока можешь? Разумно. Поосторожней с этой вещью. Чем еще могу услужить? Доброго пути. Заточек у нас не осталось. Куда эти дед с бабкой выходят, интересно? Mm-hmm.
Вы что, внимание, блядь, суете, кошка? Блядь. Придется опять загрузиться сначала. Привет. Я продаю много отличных. Запасаешься, пока можешь? Раз. По-моему, отлично получилось. Приходи в любое время. Ну, блин, часаночки. Зачем мы внимание, блядь? Кошка, объясни мне. Ходишь, орёшь. Вот, добиваешься, я откуда знаю. Ну, давай, давай, покажи, какая ты хорошая у нас кошка. Ой. Не хочет показывать, какая она умная, хорошая кошка. Хочет поорать. Внимание, блядствовать. Ты правильно прицелился фонарем в колодцу, но сначала нужно стрельнуть по ножке, которая держит крышку. То, чтобы эта крышка закрылась, потом уже стрельнуть вот с фонарь. А что будет-то, если я все это сделаю? Дед с бабкой, что ли, не выберутся? Из него.
Выключу. Хотел ночик, чтобы стрельнул фонарь узнать. Блядь, иди с бабкой. Ниоткуда-то отсюда прибегают. Лучшие товары. Да, под винтовку нам не хватит. Не под пуди, не под винтовку. А теперь бегом, 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 бегом. Блять, а сколько в него садил? Неинтересно. Привет. Что могу предложить? У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие. Удачи тебе, чужак. Я
Я продаю много отличных товаров, чужак. Ты только там не убейся. Привет. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Спасибо. Что, это все? Лишнее пространство не повредит. В самый раз для тебя, чужак. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Держи. Все, как ты хотел. О, друг, что может быть доброго пути? Нам пока ничего не пишут. Ну ладно. Тогда пойдем чищать то поместье. Наконец-то. Так, интересно, что в этом доме есть? Оттуда точку нам дали. Мужика прибили в сортире деревенском. Перед соседями.
Что за фотки? Блин, не хватает. А чё он сверкает-то? Ой. Так, фляг самогона не течёт. Значит, она пустая у нас. Не знаю, как сейчас, но раньше улучшение боезапаса дал тебе в инвентарь кучу патронов вместе с увеличением запаса оружия. Ну, ладно. Попробуем. Потом. И когда деньги накопим опять. Так. Тут есть хотя бы какая-нибудь подсказка? Чтобы их разгадывать. Вот в вашем Скуриме есть. Так, сейчас загуглим. Так, как они? Так, надо 4-3 нам нужно найти. Ладно. Не надо сынуку. Ну ладно, попиздуем на второй этаж. Ура, яичко. Ну, пока мы воспользуемся. Так. Иллюминадос 4.3. Люди преклонялись перед своим господином и приносили дар самое ценное, что у них было. Сара Фера принес свой лучший урожай. Худощавый сынопас отдал своего питанного хряка. Нищая старуха пожертвовала милого сердца ребенка. Господин увидел эти дары и возрадовался. То есть, зерно, свинка и ребенок.
зерно. Вот, свинка и ребенок. Хрустальный шарик. Что я себе буду делать? Блять, я чуть не обосрался, честное слово. Я что утопил в сортире? Пидор. Ну и как мне... Так, блядь, ебучий шарик. Куда мне тебе насунуть? Кого в жопу? Так. Так. Так, вращать его. А. Блять, вращать до тех пор, пока не будет похож на стрекозу. Вот такой, блядь, такая, откуда он должен гитар ставить?
похоже, что-то более похожее. Бля, сколько мы тут потратили времени, а? Ключ символом. Я что, его не бейся, побрал? Леонава, я забыл, как азиаточку зовут. Дар в моей крови. Кондору-1. Я нашла информацию о Луисе Сере. Похоже, он был научным работником в Амбрелле. В Амбрелле? Зря я выпустил его из мешка. Отправляю подробности. Почитай. Но главная цель — Орленок. Понял. Выдвигаюсь к церкви. Кондор-1. Конец связи. Я нихуя не поняла. А мне еще надо было сохраниться. Ну ладно, сейчас грузимся обратно. Так, бросилась. Линка, ребенок. Yeah.
Так, Деревенская хроника, часть третья. Дата 10 октября. Очень странная погода. В последнее время пшеница увяла, а коровы отощали. Дата 8 декабря. Видно, что люди голодают. Хотя у нас нет инструментов для работы в поле, приказ владыки Седлера следует выполнять беспрекословно. 30 января. 30 человек умерли от голода. Придется колоть 5 коров. 11 марта. Патриархи собрались, чтобы бросить жребий. Шестеро избранных отправятся к владыке Седлеру. Апрель. Сегодня еще 8. Дата. Сегодня еще четверо. Дата. Сегодня еще 11. Дата. Два чужака заблудились и пришли в нашу деревню. Мы отвели их к алтарю для совершения ритуала. Сегодня жребий тянуть не будем. Круто. Что это? Ай, блять, опять Эшли нужна. Да ёбаный ты в рот. А, вспомнил. А да вонг. Дар в моей крови. Да, дар, блин. Нас же ценировали шмурдяком. Так, сейчас. Бонусы. Чего нам дают бонусы? Давайте одежду купим. Оружие. Модели. А можно Леона взять, а? Леон злодей. Прикольный. Леон герой. Не очень. Леон романтика. Эшли, повседневный костюм. Ой, сейчас прибегу. Держи, похоже, реально сейчас обосрется в луке.
Ой. Я вернулся. Так, что тут нам пишут? Так, обсуждают зажигалку и освежитель. Анончика как эти вместе с девочками в одном туалете. Потом другой Анончик пишет. Помни, что ты мужчина, окружающий ожидает, что ты волосат, грязноват и могучий пердишь. Проделай психологический трюк. Просто специально начни громко пердить в туалете. Это же естественная реакция организма. Почему ты ее должен стыдиться? Ты же не в гостиной, а в туалете. Люди там литеры срут вонючим говном. То есть, когда выходишь из кабинки, все понимают, что ты насрал там говно. Но издавать при этом звуки типа стыдно? Вот, дочек, я, конечно, знаю, что ты... пытаешься быть чадом мужиком. И твои советы заткнуться, терпеть, а не жрать антидепрессанты, как вам не говно. Но вот этот комментарий здравый у тебя, наконец-то. Так, что еще нам пишут? Нам пишут, что игра блядская на Ютубе, проебываем контент. Ну, я уже как сказал, у нас технические проблемы с каналом радио на Ютубе. Не я, не какой-нибудь Фагет, если вдруг решит стримить, ни обсидиан, ни начальник не смогут временно. Так что у нас вот такая вот проблема, но она временная, и это скоро разрешится. Ну, скоро это где-то в районе недели. Вот такие пироги. Так что, нончики, терпим и смотрим в онлайн. Те, кто не могут, я записи буду выкладывать. Когда у нас канал заработает нормально, уже будут туда заброшены. Новый канал сделали, блядь, почему никто не написал? Так, это вроде единичка. Короче, единичка. После стрима, пожалуйста, зайдите в этот. В Мумбл, которая со мной, они, где проводится шабатная конференция. Там объясню тебе ситуацию. Либо какой-нибудь обсидиан. Или другой диджей тебе объяснит. Так. А можно мне костюм Леона, где он в своей курточке ходит? То мне не нравится смотреть на его бицепсы.
Так, Анончик, ну, вы не только девочка виноват, возможно, и я. Так что, идитечка, успокойся. Мы в 11, ой, в 10 мне дадут свой собственный канал, и мы будем разбираться, что именно случилось. А так пока успокойся, это на неделю. Ограничения. Главное, потом еще не заработать остальные два. Ой, господи. Известно. Известно. Но он не должен был туда вообще-то просочиться. Ой, господи. Гнездо Кондору-1. Я нашла информацию о Луисе Сере. Похоже, он был научным работником в Амбрелле. В Амбрелле? Зря я выпустил его из мешка. Отправляю подробности. Посчитай. Но главное, цель Орленок. Понял. Выдвигаюсь к церкви. Кондор-1, конец связи. Это песик. Это песик. И ты тоже, а? Будь поосторожнее. Так, погодите-ка. А, вот оно что, Михалыч. Так. Так, все, анончики. Не будем обсуждать, кто виноват. Все, успокойтесь. Я же сказал, временные технические проблемы. Все.
Сидим, молчим, только появляется тема для обсуждения, как сразу. Все, нечего тут обсуждать, сидим, молчим дальше. Да, ты знаешь, у нас политика радио, как у Барн Брэдли в соцпарке. Нечего тут смотреть, расходимся. Ой, блядь! Thank you.
Да где тут цыпы? Уже были цыпы. Ой, блядь, как мне. Да пролезть. Колодец. Нормик, да. А, блин, патронов нету. Блин, порох не хватает. Теперь этого не хватает. Yeah.
Что там, чемодан на цепочку может траву подвешивать? Да. Ну как, на цепочку сейчас покажу. Брелки! Может, тут три брелка может повесить. Суровый ты, бабу, каких-то ножами тыркаешь. Тут, блин, симулятор, блин, бабкореза. Наконец-то. Даже стулья кидаются. Опять я отдаму весь склер. Так, иллюминатус 4.9. Крепко спи и набирайся сил, наше милое дитя. Ты расти, а мама новые штанишки сошьют тебе. День, съедая 70 нервов пшеницы и полбыка. Перерос свою ты колыбель, позабыв уют. Крепко спи, набирайся сил, наше милое дитя. Ради братьев и сестер, которых больше нет. Раз тут активно дают... Ёп! Большой черепок. Тут значит без Umbrella не обошлось. Охренеть-то! У меня есть новые товары. Посмотри. Представляете, одончик, тут, блядь, какая-то хуйня происходит. В деревне. А там, блин, сзади церкви стоит торговец. Вот, блядь, деревня зомбей, а за церковью торговец. Блядь, я бы обосрался тут, если бы такое было. В реальности. Так, надоело, что у тебя вечно заканчиваются патроны. У меня есть кое-что для тебя. Арбалет, отличная штука, дружище. И стрелы можно подбирать и использовать снова. Ты будешь стрелять вечно. Не забудь прикупить схему для стрел. Когда ты сможешь переделать лишние ножи, стрелы, ты навеки забудешь о нехватке патронов. И это еще не все. К стрелам можно присоединить прикрепляемые мины, превращающие арбалет в крутой миномет. Если попадешь такой стрелой во врага, ну сразу взорвется, а если стену или пол, то установишь и неконтактную мину. Но стрел ты при этом не потеряешь. Стрел ты при этом потеряешь, но оно того стоит. Посмотри, наверх привет. Так, как хочешь, чужак. Охота на гадюк. Убить три гадюки. Мой добрый друг серьезно заболел. Я хочу угостить его вкусным обедом с гадюк, пока он еще жив. Призываю на помощь заклинателя змеи. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Так. О. Пистолет-пулемет. Все, что есть перед тобой. Так. Нам спрей нужен. Этот товар у меня есть не всегда, чужак. Так. Чем еще могу услужить? У тебя есть купон? Удивлен, да? Удачи тебе, чужак.
За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие — грань между жизнью и смертью. Я продаю много отличных товаров, чужак. Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Что, это все? Ты только там не убейся. Так, где эта, блядь, печатная машинка? Порадуй себя. Блин, я же забыл стрелять в ворон. Церковь. Добрался. Un forastero! Coño! Так. Вот оно что, Михалыч. Я понял.
Так, пошли обратно к торговцу. Жалко, что ювелирки у нас нету. Я бы еще бы продал. Понастрелял камушек и продал бы. Пора идти дальше. А что у вас там за драма? Чайник опять решил обновить количество подписчиков. Анончик не поднимает тему. Но тут другая проблема. И начальник тут не виноват. Друг. Привет. Итак, чем я могу тебе... Хочешь, чужак? Гнездо, это Кондор-1. Церковь заперта. А Орленок? Орленка пока не нашел. Но они тут все полностью перекрыли. Ясно. Думаю, причина может быть только одна. Да, она здесь, я уверен. Я проберусь туда. Кондор-1, конец связи. Нечего тут обсуждать, тут ничего не произошло, расходимся, нечего смотреть, если что не произошло. Осквернение могил. Эти верховные близнецы потеряли право на покой, когда связались с проклятыми сектантами. Кто-нибудь, прошу вас, уничтожьте эмблемы на их надгробиях. Блять, я тут змей не видел, а вы тут на надгробиях. Корекайте. Бля. А нет, вот так. А нет. Блять.
Так, ладно, пойдем искать всяких пидорасов. На своем пути. Я что, вот во все надгробия стрелять, что ли? Боже мой. Могилу сквернили. Теперь нужно найти три гадюки. Значит, ты выполнил просьбу. Спасибо, друг. Славно. Что могу предложить? Мы любим разные травы. Они и лечат, и калечат. Они могут все. Придешь, когда освободишь место. Ну ладно, потом. Куда ты это положишь? В карман? Да, в карман. Ладно. Доброго пути. Хранилищем. Привет. Мудрый выбор, друг. Ты сможешь пробить почти все, что угодно. Ну, я уже потратил патроны. Отличных товаров, чужак. Так. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Скорострельность, боезапас лучше. Чем еще могу услужить? Ты только там не убейся. Блять, где гадские эти? Гадюки. Мне нужны гадюки. Хочу гадючий суп. Приготовить.
И они в церкви обитают. Подсобка. Эшли! Так, сундучок не откроем. Так, карта Крести озера. Приятель явился извне за девчонкой. Запри ее в церкви и жди приказов нашего владыки. До той поры не открывает церковную дверь. Ключ будет лежать в пещере на той стороне озера. Чудовище прикончит того глупого человека. Кадюк видео качество лута. А где их залатать? Озеро. Надеюсь, больше сюрпризов не будет. А, вот оно что, Михалыч. Надеюсь, боссов будем убивать из пистолета, чтобы более мощное оружие стоять на Новый год. Ты видел, как я из пистолета чувака с бензопилой пытался прибить, а? Этого человека я бензопилу. Так что нам придется уже мест нету. Сейчас, кстати, да, спасибо, Анунчик. Граната вылезла. А дикий обычно на камне среди травы на солнышке греется. Обычно, да. Я тут гадюк на солнышке не вижу. Как самого солнышка. Так. Мне кажется, мы где-то либо в Галисии, либо на границе с Пиренеями. Ой-ой. Пидор.
Круто, да? А вот змея, была змея. А вот гадюки в качестве лута. Чао, какао. Да сколько вас вообще? Ручная граната. Detrás de ti, imbécil. Повезло. Честное слово, повезло.
кто же способен поднять такую штуку? Это задача, да ё-моё. Опять. Рыба-питомник. Где еще у нас тут собачки? Порох. Лезло. Ключа у нас нет подходящего, к сожалению. Так. Вот чтобы кстати, портухелку выкинул из ЗЗ и начал собирать из ЖК. Ну, я ее храню на тот случай, когда у меня будет... Маловато здоровья. Если некуда девать патроны, значит, я должен более жесткий уровень сложности. Нет, нет, я должен, мне и тут комфортно. Так, зеленый, зеленый, плюс желтый тоже макс хилс повышает, тогда я не прав. От раз брелка влетит в пробирку, если то, на брелок грену может повысить. А, смотри, анончик. А, ну, с брелка нет, я думаю, это пластиковая имитация. Во-первых. Во-вторых, он то ли увеличивает эффект, то ли повышает вероятность найти. Вот надо найти учетную машинку и в ней посмотреть. Нет, гранат нет, некуда девать. Патроны-то мне всегда нужны. Мне кажется, мы сейчас идем к торговцу. Судя по освещению. Я угадал. Посмотри, наверняка что-то понравится. Блять, а куда это шестигранник-то? Пушки и игрушки рифмуют не за... Тут оружия хватит на целый отряд. Так, совет торговца, как подзаработать? Зачем отправлять бесполезные пушки, пойти на склад, продай их и вложите деньги в улучшение для оружия? Труди, тебе действительно нужно.
Продавая оружие с улучшением, ты вернешь почти все потраченные на него средства. Все честно, никакого обмана, дружище. Мы все горим желанием тебе помочь. Привет. Что покупаем? Так. Однозначно это продаем. Нам все равно, рубины или рванина. Разница, славная сделка. Регулярный уход из... Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот я продаю много отличных товаров, чужак. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Готов купить почти все. Так. Так, чем так, еще так. Могу услышать? А что если продать компас? Он вроде нам нигде не пригодится. А, нунчики. Печатная машинка торгуется. А, вот, кстати, печатная машинка. Я его хотел показать. Вот. Брелок травы влияет на эффективность лечения. Вот не знаю, ну дело лучше, пускай он доходит постоянно патроны. Они мне быстрее кончаются, чем порох. С учетом того, что я сейчас вот для пока пистолет у всех пидорасов ношу. Так, стрельбище. Не знаете, что ночик? Вот, вот такое вот помещение напоминает это арену в мир автомата. Набери как можно больше очков, уничтожая пиратов. Оружие и боеприпасы бесконечны, к тому же бесплатные. Набирай очки, ты зарабатываешь жетоны, которые дают возможность выиграть восхитительные призы. Призы обменивай жетоны на украшения в торговом автомате. Там много ценных вещей, которые ты больше нигде не найдешь. Полезный совет. Стреляй в динамит, взрыв позволит уничтожить сразу несколько мишеней. Будь внимателен, за попадание матросов тебя отнимут баллы. Некоторые мишени нельзя сбить одним выстрелом, в них нужно попасть несколько раз. При выполнении определенных условий появляются бонусные мишени. Однако эти условия всегда будут разными. Ладно. Справишься хорошо, я тебя награжу всякими разными штуками. Развлекайся. Среди мишеней есть особо крепкие. Таким одного выстрела будет мало. Так. Ладно, попробуем. Три, два, один, огонь. Так, результат. Пятерочка. 22 из 27. Должен сказать, мы недооценили тебя, друг. Мишени рано или поздно исчезнут. Не отвлекайся на мелочь. Три, два, один, огонь. Thank you.
отвлекайся на мелочь. 3, 2, 1. Огонь! Отличный выстрел! Вот так! Заряжай! Вот как надо! Вот так! Ты ждал этого момента! Куча мишеней! Так. Если прокачать на максимум пистолет, ему дадут бонусную способность или особенность. У каждого оружия своя особенность за максимальную прокачку. Начальный пистолет вроде увеличивает вероятность убить противника с первого выстрела, если в голову. Надо повышать уровень сложности. Там птичка летала, ее небось тоже можно было сбить. Мне интересно, где этот автомат с игрушками? Уже уходишь? Ну, и где автомат с конфетами? Алло, где мой автомат? Ладно. Пойдем еще постреляем. В тире. А, вот он. Кать, что ж, заходи. Фанатик щитов. Криндонова чисто видно издалека. Ну, да, я предпочитаю собирать все, что не приколочено к полу. А если что приколочено, отдирать и среди собирать. Вот так.
Ну чё, по одной пойдём всех. Ну ладно, хуй с вами. Выстрел из винтовки сбивает несколько мишеней, но скорострельность у нее, скажем честно, не очень.
Ебать! Что за хрень? Похоже, там что-то есть. Блять, там еще этот замок штурмовать. Ладно. Так. Блять, или он внизу? Так, надо заправить лодку. Топливо для лодки хранится рядом с горючим для генератора производства задания рыбопотомника. Бери не больше, чем тебе нужно. Да кто же бак пустым держит? Ёп! А если за снайпер стрелять плавникам? Бля, я теперь понял, чья дубина. Дубина того Тарас, который там стоит. Так. Только лучшие товары.
Тут оружия хватит на целый отряд. Привет. Что могу предложить? Удачи тебе, чужак. У тебя есть купон? Приходи в любое время. Так, а что, у нас бросился этот, что ли? Бля!
Так, жаль, что волчат. А, жалко волков? Ну ладно. Этот прицел мутный. Ну да, у снайперки он мутный. Так, сейчас я получу странно 9000. Thank you.
Блять. А, не. Все. Все, нахуй. Пушки и игр. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Готов купить почти все. Так, а бархатистый самоцвет, он вообще нужен? Или его только на продажу? Славная сделка. Что, это все? Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Блять, я не то продал. А, точнее, не то улучшил. Нам все равно, рубины или рванина. Разница лишь в цене, которую мы назначаем. Спасибо. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Славная сделка. Чем еще могу услужить? Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь много. Доброго пути. Пока как-то так. Блять, меня достает винтовка. Какого хрена?
Черт. Что, фонарь? Фонарь тут ничего нету. Я просто стреляю по рыбе. Пытаюсь ее вызвать. Понять, как она респаунится. Ага. То есть подстрелить, подойти, и мне пизда. Охуенно. Ладно, пойдем собирать то, что не собрали. Рано сокровища. Блять. Шевели булками. Как-то надо вниз спуститься. Я так понимаю. Так, вот сокровище, но... Ну, пойдет вниз, я так понимаю, если выстрелить. То есть нам нужно по-любому спуститься. Вот. Конечно, на лодке мы когда-нибудь объедем. Но я способа спутиться, к сожалению, не вижу. Короче, пойдем до Сани Мэши, потом уже нормально вернемся.
Да что, блин, тут видит, это ходит-то курва. Ладно. Блядь. И вот ты читаешь мои мысли. Ой, ёп, ой, ёп, ой, ёп, ой, ёп, ой, ёп. Кстати, почему я хоронил две зеленые травы? Вот как раз для такой параши! Я прыгну, что взаимодействовать не. Пою ж налево. Он заточки автоматически не берет.
Так, я пропустил, а что делает брелок с точкой? Увеличивает хп 50, на 50%, если жрать зеленую траву. Три разноцвета тоже тебя вылечит на максимум. Ну, я их берегу на особый случай. Я так понимаю, желтая она просто увеличивает бонус ХП. На макс дает. А зеленая тебя просто килит. Красная она, ну, усиливает действие. Так, теперь у нас посвободнее стало. Фонарь опять нам пишут и пишут нам вот насчет Ютуба. К сожалению, да. Временно. Все ключевое слово, что это все на время. Из гадюк будет? Будет, когда дойду еще две гадюки. Похоже, там что-то есть. Тебе нужно лодку вроде только на рыбалку, только рыбку не зли. Да я уже понял, что вообще рыбку не злить. Никак. Но сначала должен там голову прибить. О, чую, ты недавно побывал в бою, друг. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Итак, чем я могу тебе помочь? Мало денег, чужак. Все, что есть перед тобой. Ну ладно, друг.
Угу. Блять. Мать вашу. Пидор! Тут что, есть лучники, что ли? Изменение пенсионера. Да, дочек. Четвертое это изменение пенсионеров, быдло алкашей. А пятое это вообще изменение ник. Ага, вижу. Хер тебе. Не второе попадание, мой жопень. Так, ладно, поищем медальоны.
Питер. Теперь я вижу. Так, повезло. Все понятно, игра про бандита, который есть по деревне, играет с стариком. Нет, Анончик, это сталкер, японский сталкер. Мы тут должны спасти дочку президента Америки. Опа. Где чертов амулет? Блин, там еще несколько деталей. А вот и уж. О, мы нашли ужей. У нас будет суп из гадюк. Анончики. Сокровище, сокровище, сокровище. Кстати, стало побольше свободного места. Можем засунуть сюда еще один пистолет. Блять, сука, растер тут до хуя. И себе, блять, чувствую этим героем ДМБ или где там было, что? Бабка, ты хуела! Опа. Ха-ха.
Мне интересно, а в Испании какой была валюта до введения евро? Так, нам бы как-нибудь сюда нырнуть. Что нужно? Так. Тут где-то должно быть сокровище, но я его не вижу. Не тут. Тоже не это. Где-то тут стою. А, вот он. Ура! Сможем покрутить нашу гачу. Так. А чё это там у тебя прицел какой-то или что? Ты его на опушку прикрути. Он от снайперки прицел. Сбегал магаз, кажется, как раз к Буспайт успел вернуться. Кто по семи гадюк? Ну там гадюки вроде... Сколько там? Часть торгов, часть на продажу. Теперь бы как из этого параши-то выбраться. Порох есть, а материалов нету. Бля, и как теперь? А тут мы наебнулись.
Вроде ничего нету. Ну все, пойдем к торговцу. Заодно там сохраним всем. Ну вот, не хватает одной части. Привет, чужак. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? А, понятно, этот не принимает, гадина. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Забирай. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Чем еще могу услужить? Дрыц, славная сделка. С тобой приятно вести дела. Приходи в люб... А, продать нужно. Бое время. Привет. Готов купить почти все. Отлично. Ты профессионал. Отлично, чужак. Я продаю много отличных товаров, чужак. Что-что? Как нам удалось добыть все это? Доброго пути. В принципе, я так понимаю, можно еще поубивать гадюк. Thank you.
Че, нам сейчас будет пизда? Да кирдык. Да сейчас рыбу сожрет, да? Да? Да с рыбы сожрет. Прикольно быть мобильником. Так. Сколько нужно пиздить, тупая рыбина? Целиком сожрать решил. Так понятие тебя убило, иди, тупорыба. Ой-ой. Сука, хотя бы индикатор бы ставили, сколько мне его пиздить. Пять пидор! Теперь у нас будет уха. Делаго. Ладно. Один раз сдохли, отлично.
это Кондор-1. Как слышно? Кондор-1, ты 3 часа не выходил на связь. Как ты там? Прости, я в норме. Это не повторится. А церковь? Как раз ищу, чем ее отпереть. Поняла. Рада, что ты цел. Отбой. Так. Просто почувствую, что мы сейчас будем опять засидеть. Нужно наверх попасть, я так понимаю. Ух ты, блядь, пидор. Что это за место? Святилище, что ли? Тот же символ, что и в церкви. Озеро. Это и есть ключ?
Так, а чем это отмыкается? Мне нужно, похоже, найти какие-нибудь шарики. Яички. Дать руке подержать яички. Так, люди, принесите мне редкое золотое куриное яйцо. И чего оно мне нужно? Я вам так скажу. Меньше знаешь, крепче спишь. Продать куриное золотое яйцо. Ну ладно. Вау. У нас есть управление. Круто. Крутя. То есть мы можем перемещаться. Припарковались. Вроде все. Ладно, попиздуем. Мне интересно, одежда высохнет у него? Ты выполнил просьбу, да? За хорошую работу надо хорошо платить. Я обновил ассортимент, друг. Тебе важнее деньги, хороший размер. Но главное ведь, что внутри, да? Ракетница! Чем еще могу услужить? Мы любим разные травы. Они и лечат, и калечат. Они могут все. О, я знал, что ты это выберешь. Этой вещью не прогадаешь. Интересный выбор. Доброго пути. Бесконечные гарпуны. Да, ночь тут бесконечный гарпуны. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Готов купить почти все. Спасибо. Драгоценный.
Признаться, с тобой приятно вести дела. Что, это все? Может, для пистолета пулемета я бы лучше прицел бы купил. Лучше не спрашивай. Вот в следующий раз. Итак, чем я могу тебе помочь? Приходи в любое время. Охраним его. Интересно, сейчас. Если мы спустимся вниз, наша курточка-то высохнет? Нет, не высохла. А чё, читаем гранаты можно убивать. Блин, я хочу его кожанг, его кожанг прикалывает.
Ну что, кожанка вы... вот. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Так, куда поедем? Вау, не знал. Ну ладно. Зато удобно. Ой, прошу прощения. Ой, прошу прощения. Да, блядь, да езжай уже. Ты что творишь? Ебич.
Я так понимаю, ключи от чистовин тоже одноразовые. Блять, ебали названивать. Блять, я не достану. Суки, Питер, отдайте кожанку Леона. Дорож получается. Так, припарковались. Ну, странно, что ли? Ну ладно. Thank you.
Где еще? Как добраться-то? Я не пойму. Да, наверное, так. Ага. Ура! У нас люкер есть! У нас люкер есть! Или наган. Сейчас я не разбираюсь с них. О, золотое яйцо. Куриное. Ку-ку-ку-ку, так-так-так. Слава тебе, Господи, вот куда, оказывается, курицы у нас убежали. Так, это что за загадка? А, наверное, понял. Странно. Потому что вот самый верхний, самый правый и самый, короче, из часовой стрелки идти вверх, ну вот как раз вершина, низина и справа, вот они одинаковые. Чуть дальше я не знаю.
Ладно, фиксим. Макарена. Дальчик. Так. Здесь червяка. Пакел с ручкой. И два клеща. Я прав? Ладно. Поехали. К торговцу сохраняемся. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Отлично. Ты профессионал. Отлично, чужак. Что, это все? Приходи в любое время. Привет. Спасибо.
тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Чем еще могу услужить? Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост. Ты только там не убейся. Так. Ладно. Так, что нам написали? Не два кэча, надо визуально объединять хуйну на разных стенках. Ячка сцепи, можно будет ваншотнуть запарного. Бля, ну, поздняк уже. Ячка отдали! Шпинель. За шпинель нам нужно купить сраную эту... Прицел получше для снайперки. Ой. Ну чё, Дончик? Наверное, завтра продолжим. Я как бы уже всё. Вы, наверное, тоже устали от меня слушать. И смотреть 4 часа. Я вот сейчас ссылочку дам на предыдущую запись. И все будет хорошо. Радио Анонимус. Мы доставляем.